Народ, всем доброго времени суток. Приветствую на нашем YouTube-канале. Очередное видео, как мы ездили на зимнюю рыбалочку. Воротынский район, село Фокино. На базу Фокино Приволжье, которая находится прямо на берегу Волги. Вот. Это видео будет про то, вообще видео о базе. То есть, долго еще буду помнить эти 77 ступенек. Смотрите, ну, саму базу, сам дом, где мы жили, может быть, кому-то пригодится, кому-то будет интересно. Также бонусом банька, в которой мы парились. Я думаю, все по порядку. Смотрите несколько сюжетов. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Не понравилось — дизлайки. Пишите комментарии, что-нибудь спрашивайте, что может быть интересно. Все равно про базу надо рассказать, я думаю. Видео про нашу поездку, не только про вытягивание рыбы. Давайте всем во всем удачи. Приятного просмотра. Такая вот база. Куда вот уходим рыбачить, кидали. Ну, наш дом, где мы живем. Беседочка для копчения рыбы там. Лестница. Когда проходишь там по 10 километров в день по той поле этой лестницы, так тяжело подниматься. Вот. Ну что, сейчас зайдем в дом, покажу все, что есть в доме там. Домик цилиндрического бревна. Вот там холм наверху, получается, живем под обрывом. Интернета нету. Но вчера вроде как Wi-Fi появился. Как, наверное, с одной стороны обрыв, а с другой стороны Волга. Из-за этого, конечно, связь не сказать, что хорошая. Ну, такие места приезжают отдыхать без интернета, я думаю. Наверху, над обрывом, само село Фокино находится. Добрый венчатый. Не знаю, кто знает, нет. Зачем-то такая обвязка сделана веревкой. Обвязка. Я так предполагаю, чтоб не дуло или что там, не знаю. Ну, не знаю, короче, для чего такая вот обвязка, веревка деревянная. Обычно паклик он конопатит. Может, для красоты. Может, еще для чего-то. Мангальчик тут у нас. Такая летняя беседка. Зимой мне особо не посидишь, а летом, я думаю, довольно-таки уютно. Ребята пошли на рыбалочку гонять окуня. Вот.
камера дрожит. Совы ничего не видно. Вот на штативе. Вот. Ну, пойдемте в дом, посмотрим, что в доме внутри. Так, пока никого нет. Такой вот у нас домик. Издалека еще его сниму. Сейчас не пойду, потому что раздетый. Покажу, что внутри. Заходим. Здесь вот такой как бы предбанничек. Вот. С диванами. Большое окно. Вид на Волгу. То есть такая вот. Бревна. Все дела. Достаточно большой предбанничек. Дальше заходим. Здесь у нас душевая кабинка, сортир, все как положено. Вот. Далее попадаем в так называемый зал. Вот. Ну, как бы и два диванчика тоже у нас жилые, на них люди будут спать. Телевизор. Опять окно с видом на Волгу. Какой-то столик. Кухня. Микроволновочка. Вот. Всяких кастрюлек, всяких сковородок. Кастрюльки. Всякие разные кастрюльки очень много. Также холодильник. Вот. Очень жарко здесь. Потолок невысокий, правда. Но для невысоких людей это без разницы. Вот как бы вторая комната. Здесь три кровати стоят. Вот. Вот так вот вкратце выглядит дом внутри. Картина. Как раз где мы находимся, там остров. Такая вот. Решили мы сегодня посетить баньку. Такая вот банечка у нас тут. Рыбочку мы накоптили. Такая вот баня. Туалет в бане. Печка. Горит огонек. Бак. Раковинка тут душевая. Вот такая отварная. Настоящая баня на дровах. Не электрическая, там не газовая. Вот такая вот тут на базе баня. Ну тут еще одна комната отдыха. Так что вот так вот. Банный день сегодня. Банный день. Баня нам в подарок от администрации досталась. То есть мы за нее не платили. За что им большое спасибо. Вот. Закрывай давай, пиздос. Они вот сюда надо. Закрывай.